Какие эмоции могут быть, когда на своем участке находишь останки человека? А если быть точнее, гора человеческих костей. О том, что приобретенный не так давно дачный участок, по сути, братская могила, Виталий Кваша узнал лишь тогда, когда копал котлован под фундамент дома. Лопата уперлась во что-то твердое, оказалось человеческий череп. О страшной находке мужчина долго не делился с семьей, боялся напугать жену и 9-летнего ребенка. Вот это тяжелый вопрос. Наверное, боится, возможно. Не знаю еще точно. Последующие раскопки привели к тому, что мужчина извлек фрагменты костей приблизительно 10 человек. И, похоже, это еще не все. Сейчас работы остановлены. Из-под земли виднеются еще кости, возможно, и даже обутая стопа. В 7 из тех черепов, что нашел Виталий, есть пулевые отверстия. Кадры с места раскопок разлетелись по Инстаграм. Многие интернет-пользователи предположили, что это отголоски лихих 90-х. Однако эту теорию безоговорочно опровергли археологи. Нет, это не отголоски лихих 90-х, конечно, но 90-е у нас прошло тут 20-30 лет, а кости несколько старше здесь. Если бы это были 90-е годы, то я думаю, там бы остатки ткани бы еще сохранились. Буквально на днях в Благовещенске вспоминали жертв политических гонений. В сквере воинов-интернационалистов, потомки тех, кто попал в мясорубку репрессий, возложили цветы к колючему монументу. Словно услышав живую речь, эти кости напомнили о себе. Я могу утверждать, что эти останки... это расстрелянных. Почему? Потому что в черепах имеются пулевые отверстия, а это делали контрольный выстрел еще в голову, чтобы убедиться, что действительно человек уже наверняка расстрелян. Можно предположить, что были массовые расстрелы в период Большого террора в 1937-1938 годах. А вот сколько там находится, еще неизвестно. Кстати, судя по старым картам, недалеко от того места, где были обнаружены человеческие останки, как раз располагались лагеря и тюрьмы. В годы репрессий Благовещенская тюрьма, говорят историки, была своего рода конвейером. Многочисленная армия новоиспеченных политических преступников пополнялась постоянно. По расчетам автора книги памяти, посвященной жертвам политических репрессий Леонида Журавлева, 31 октября 1938 года аресту подверглись 703 человека. 672 были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Возможно, это кто-то из тех людей. Сейчас останки находятся на судмедэкспертизе. Она продлится почти месяц. Тем временем следственный отдел по Благовещенску по факту страшной находки возбудил уголовное дело. Пока оно будет длиться, Виталию Кваша придется приостановить любые работы на своем участке. Ольга Сысой, Роман Юдаков, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.